Ребята, покажите мне автора, я хочу пожать ему руку за этот мод. Ну, здрасте, здрасте, с вами снова Каменщик Колян, и сегодня мы вместе с вами посмотрим на очень необычный мод для Майнкрафт, который называется «Современная жизнь». Именно так, и этот мод добавляет очень много интересных вещей из современной жизни, но самое интересное то, что большинство из этих вещей полностью работает. Мы можем играть в шахматы, мы можем разогревать еду в печи или же в микроволновке, использовать холодильник, мы также сможем себе скрафтить зеркало, включать и выключать выключатели. У нас есть даже фотокамера, которую мы можем использовать, чтобы распечатать фотки и так далее и тому подобное. Ну, я надеюсь, ребята, вам понравится сегодняшний обзор, потому что про этот мод никто не знает. У него 5000 скачиваний, и именно поэтому существует Канеус, который всегда вам покажет очень необычные моды. Поэтому, ребята, подписывайтесь, и цель — добиться 5000 лукасов. Я очень надеюсь, что мы сможем набрать столько. Если нет, я удаляю канал. Все, до свидания, всем пока. Ну и, конечно же, перед началом рандомный комментос у нас залетает от Продин20, который пишет: Кейн умеет говорить медленнее, чем 228 слов в секунду. Нет, не умею, как могу, так и делаю. Привыкайте, принимайте. И что ж, давайте приступать. И я, если честно, даже не знаю, с чего начать. Здесь так много предметов, просто посмотрите на это. Здесь есть куча новых блоков, куча новых декоративных вещей, но я, как и сказал, большинство из этих штук, они работают, их можно как-то использовать. Просто посмотрите на это все. Ребят, сегодня будет, наверное, более-менее долгий обзор, но я вам должен сегодня показать, как здесь все работает. Я даже, давайте просто по приколу начнем с фотокамеры. И самое интересное то, что в этом моде крафтится все. То есть вы можете использовать этот мод идеально в вашем выживании и делать все, что хотите. Например, если хотите сделать камеру, вам понадобится 4 желе. Я не буду вам говорить каждый крафт, вы будете их просто видеть на экране, потому что если я буду перечислять все предметы для крафта, это будет слишком долго, но нам понадобится также вы можете видеть карта памяти и также батарейка крафтится следующим образом. После этого вы скрафтили камеру, и теперь вы можете просто нажать на правую кнопку мыши и сделать фотку. Но также вы можете приближать с помощью колесика. Например, я хочу сфотографировать вот эту панораму, друзья. Теперь для того, чтобы нам распечатать фотку. Ну и, кстати, вы можете видеть то, что у нас есть одна фотка из 30. Мы можем делать до 30 фоток на одной карте памяти. Поэтому давайте мы, например, сфоткаем вот этот велосипед. Следующим образом, просто правую кнопку мыши. Все, сфоткал. Теперь у меня есть две фотки. Следующим образом, мы также... Воу-воу-воу, какие образом я сел на велосипед, я... О, что происходит? Короче, друзья, теперь нам понадобится сделать принтер. Принтер делается следующим образом. Вы можете видеть, крафт довольно-таки простой. Мы уже видели, как крафтится карта памяти. После того, как вы сделали принтер, вы берете камеру в руки, подходите к принтеру, и здесь вы можете распечатать фотку. Я пробовал только нормальный размер. Нормальный размер — это вот такой маленький. Но я вижу то, что здесь есть... Окей, массив. Что такое массив? Давайте посмотрим. Теперь я распечатал эту фотографию в гигантском размере. Давайте посмотрим, насколько она большая будет. Ну, слушайте, ну, офигенно, мне кажется. Я думаю, будет намного больше, но вы можете видеть, да, вот она распечатана фотка. И очень-очень круто. Я помню, давным-давно мы смотрели на такие моды, которые добавляли камеру, и можно было распечатать фотки. Но это всего лишь один предмет из всех, которые есть в этом моде. Он идеально работает, то есть, да, друзья. Ну и также принтер выглядит довольно-таки прикольно. Можно использовать как декорацию его и так далее. Что ж, я даже не знаю, давайте посмотрим на вот этот старый телевизор. Он, если не ошибаюсь, ничего не делает, он не работает. Он декоративный, делается он следующим образом. Окей, я даже не знаю, давайте пойдем по часовой стрелке. У нас есть большой телевизор, вы можете видеть, делается он следующим образом. Если не ошибаюсь, у нас также есть монитор, друзья. У нас есть flat screen TV, у нас есть просто монитор, и у нас есть двойной монитор. Двойной монитор вы можете видеть здесь. Он также декоративный, вы можете видеть, выглядит он таким образом. У нас есть просто один монитор. Делается он следующим образом, вы можете видеть таким образом. И чтобы сделать два монитора, вам понадобится два монитора. Вот таким образом. Я даже не знаю, стоит ли показывать все-все-все крафты, потому что иначе выпуск будет длиться 3 часа. Ты что тут смотришь на мои вещи? Пошел отсюда, носатый пес. Да, ребята, что ж, я думаю, окей, перейдем дальше. У нас есть холст, на котором мы можем рисовать, но для того, чтобы рисовать на холсте, нам понадобится вот эта подставка. Я не помню, как она называлась. Что-то типа Альберт, я не помню. Короче, вам понадобится Альберт Изил по-английски. Вы можете видеть, делается он следующим образом. Вы ставите Изил, и на него уже не фотографию. Погодите, стоп, я фотографию. О, майк, погодите. Одну секунду, я вам хотел показать следующее. То есть есть холст, друзья, есть холст. Я могу рисовать на фотках, то есть холст, пустой холст делается следующим образом, и вы его можете просто поставить сюда рисовать. Окей, погодите, я могу... Не может быть, я могу рисовать там... Окей, погодите, а как мне сделать побольше линию, потому что слишком большая фотография. Вы можете видеть, я рисую, но слишком маленькими точками. Как мне сделать линию побольше?
Нет, это я просто линии рисую. Алло. Окей, ребят, я распечатал фотку в маленьком размере, но все равно на это не влияет. То есть я могу рисовать. Вот я сейчас выбрал ведро с заливкой цвета. Я как бы могу заливать цвет. Кстати, работает идеально, но, к сожалению, из-за того, что это фотка, то есть она слишком большом, наверное, разрешение. Но, блин, это работает! Это работает! Боже мой, я даже не знал, я прямо при вас это понял. Ну, короче, вы можете использовать просто холст, если хотите. Вы можете, например, взять один изил, один обычный холст. Вот таким образом нарисовать все, что хотите. Например, нарисуем вот такой смайлик, нажимаем accept, получаем этот холст и ставим его куда мы только захотим, например, сюда. Изи, все понятно, здорово, замечательно, круто. Окей, друзья, что ж, боже мой, какой крутой мод. Ладно, раз уж у меня есть вот эта штука в руке, это бензопила, конечно же, друзья, делается эта бензопила следующим образом. И что делает рубить деревья? Ну, не просто рубить деревья, вы подходите к дереву и спиливаете сразу же, если не ошибаюсь, несколько блоков. То есть, смотрите, друзья, если у нас толстое дерево, мы можем подойти и на правую кнопку мыши распилить сразу много блоков. Это очень круто работает. Вот такая бензопила выглядит, опять же, очень круто. Ребят, здесь все выглядит очень круто в этом моде. Я не понимаю, почему у него 5000 скачиваний. Если Лукас еще не поставили, очень-очень плохо. Ладно, что ж, у нас есть туалет, если вам вдруг понадобилось сделать вот следующим образом. Я не знаю, рабочий он или нет, то есть я могу на него сесть. Но я не знаю, что-то еще можно с ним сделать или для чего он. Ха, вроде бы это все. Может быть, в него можно что-то выкидывать? Нет, потому что есть некоторые вещи, на которые можно что-то ложить и выкидывать в этом моде, поэтому ладно. У нас есть кресло и кресел, у нас здесь, как вы можете видеть, довольно-таки много всех цветов радуги, которые только захотите. Например, крафтится кресло следующим образом. Вам понадобится просто шерсть любого цвета, и вы делаете кресло удобно, красиво, замечательно. И с этим модом вы можете реально строить целые новые квартиры, дома, потому что есть новые блоки декоративные, которые вы можете использовать для постройки и так далее. Ладно. А мне хотел показать вот эту вещь, которая называется Metal Grate. Это у нас специально вот такая решетка, очень интересная штука, через которую проходит только жидкость и не проходят ни мобы, ничего другого. То есть, очень интересно. Давайте посмотрим, как это работает. То есть, по идее, если я, например, поставлю ее вот сюда, мы возьмем немножко блоков, вот таким образом. Так, ребята, вроде бы получилось. Если теперь разливаю воду вот сюда, вы видите, решетка у меня стоит прямо здесь. Если я разолью воду, то, по идее, да, вода реально льется, но больше ничего не пройдет через эту решетку. Довольно-таки забавная, интересная идея. Автор просто добавил всего в этот мод. Просто все, что только придумал, он добавил, поэтому да. И также у нас есть вот такие вот блоки, разрезанные по диагонали, которые очень идеально работают. То есть они работают как лестницы, но смотрите, насколько плавно. Обычно я помню, когда были какие-то моды, которые добавляли вот такие блоки, и здесь их довольно-таки много. Здесь посмотрите, сколько этих вариаций. Здесь есть куча, даже призмарин, если вам вдруг понадобилось. И делаются эти штуки следующим образом. Вам понадобится три полублока. Вы получите сразу три таких штуки. Короче, иногда это такие блоки делали с помощью модов, но они работали как ступеньки. В этом случае, если приглядитесь, вы видите вот эти черные линии, то есть это такие мини-мини-мини ступеньки, по которым ты очень плавно поднимаешься. И таким образом можно, я даже не знаю, строить реально вот такую лестницу куда-нибудь вверх, далеко. Парень, успокойся, осторожней голову. Ладненько, ладненько. Дальше у нас есть обогреватель, друзья, который вроде как было написано то, что если его включить, вы можете видеть, он off, это выключен, с маленький, средний, большой. То есть это, я так понимаю, мощность этого радиатора, и мы сможем, если не ошибаюсь, плавить лед и снег, который находится рядом с этим радиатором. Давайте мы это проверим, например, и, ну, возьмем лед, допустим, я поставлю лед сюда. Я поставил на какую мощность? Работает, друзья, работает, реально работает, боже мой. Ну и, короче, снег он тоже будет плавить, я уверен, мы даже проверять не будем, потому что я доверяю автору. Что ж, у нас дальше есть офигенная штука, это выключатель, друзья, light switch, который работает как redstone факел. О, извиняюсь, redstone рычаг, просто рычаг, друзья, и с помощью него вы сможете включать различные вещи, которые работают от redstone, и раз уж вы про них заговорили, давайте посмотрим, у нас есть вот такой вентилятор, который вы можете повесить и с помощью redstone включить и выключить его. Нет, это просто здорово. Он вроде как декоративный, я не думаю, что он дует на нас, что-то он нам делает, но он очень прикольно выглядит, поэтому интересно, наносит он урон, я не думаю. Короче, у нас есть лампочка, друзья, которая... О, ребят, я забываю вам показывать все-все-все крафт, но извиняюсь, но их слишком много. Короче, чтобы сделать выключатель, это вот такой крафт, чтобы сделать лампочку, следующий крафт и вентилятор, такой вот крафт. Окей, у нас также есть вот такой вид лампочки, которая более такой плоский, вы можете видеть, вот такая у нас плоская
Красная лампа. Замечательно. Ну и также у нас есть камера наблюдения, которая делается следующим образом. Вам понадобится камера и два самородка. Как работает эта камера? С помощью нее вы можете смотреть что-то, но я до конца вроде как не понял, как это работает. Я, честно вам скажу, не проверял. Но, по идее, у нас есть... вот оно что. Именно поэтому я ее даже не увидел, потому что она выглядит как стеклях. Короче, CCTV screen. Это у нас специальный, так сказать, монитор. Вау. О май гад, друзья. О май гад, погодите. По идее, если я поставлю несколько камер, например, я поставлю одну, допустим, вот здесь, я могу переключаться между... Да что такое? Ну да уйди ты отсюда, ты мешай, ты пёс, ты такой. Короче, друзья, каким-то образом можно было просто направить кнопку мыши. Идеально. Вроде бы радиус 50... блоков максимум, то есть если камера слишком далеко, это не будет работать, но, ну боже, ну ребят, ну почему этот мод настолько крутой? И мне аж захотелось выживание устроить с этим модом, просто шикарно. Как у нас делается, кстати, этот монитор? Следующим образом, просто зеркало. Кстати, давайте поговорим про зеркало, мы как раз таки почти до него дошли. Зеркало, друзья, зеркало, что у нас себя представляет? Это у меня гигантское зеркало, которое делается из 6 зеркал, но есть, если уж есть несколько видов зеркал. Здесь mirror, вы можете видеть, у нас есть обычное, вертикальная, а просто большое квадратное и гигантское горизонтальное. Короче, как они работают, очень просто, вы просто ставите их, давайте с этой стороны, чтобы не нарушать мой фэншуй, и работает это следующим образом. Только вот проблема в том, что если несколько рядом поставить, они очень хорошо работают, но просто посмотрите на этого пацана. Это работает, друзья, реально работающее зеркало, и это не так плавно работает, как в моде Immersive Portals, но ребят, это мод на Forge, который сделан без всего, просто мод на Forge. И посмотрите, сколько здесь уже офигенных вещей. Поэтому, здравствуйте, меня зовут Канделявр, снова с вами я, yes. Окей, дальше, друзья, пакты, потому что это еще не все, можем делать целые дороги. У нас есть специальные фонари, уличные фонари, которые выглядят таким образом, чтобы скрафтить уличный фонарь, нам понадобится лампа и лантерн пост, который вот тут он у нас выглядит, вы могли видеть, как он крафтится. Короче, по идее, эта штука подсвечивает дорогу, но вот у меня вопрос, она работает или как? Давайте просто сделаем time set 15000. Да, она светится, она реально издает свет, замечательно, поэтому давайте мы вернем опять же day, пожалуйста. Окей, 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 мы поняли. А также у нас есть вот такой вот стенд с нотами, друзья, я не знаю, как его, но декоративная вещь, походу, но не знаю, если вы музыкант. Ах, раз уж мы заговорили про музыку, друзья, так как я не все вещи здесь разложил, давайте я вам покажу еще кое-что интересное. Интересно, у нас есть гитара, и у нас есть амплифайер. Короче, друзья, здесь написано... О май гад. Ребят, я не проверял это. Погодите, как это работает? What? Ребят, если мне слышно, одну секунду. Вот теперь вам должно быть слышно. Так. О май гад, мы используем всю клавиатуру, чтобы играть на гитаре. Ребята, покажите мне автора, я хочу пожать ему руку за этот мод, боже мой, я не буду до конца разбираться, как работает, ну, короче, блин, если вы шарите в музыке, посмотрите, ты используешь тупо всю клавиатуру, чтобы играть, что такое Q, что такое N, короче, окей. Вау, я реально это не проверял. Я думал, окей, там есть гитара, что-то можно. Я реально думал, то, что ты берешь эту гитару, нажимаешь на правую кнопку мыши, и просто вот один звук, знаете, одной струны идет, и все. А тут можно реально по-настоящему играть. Окей. Амплифайер, я, честно, не знаю, как он работает, но лучше я звук потише сделал, потому что там было какое-то предупреждение о том, то, что стандарт тюнинг, play the guitar near. О, нет. О-оу. О май гад, это офигенно. Одну секунду, поехали. Как это... О. Окей, ребята, что ж, все, я думаю, мы наиграем. О, боже мой, ребят, этому моду я только что еще прибавилось плюс 10 очков, друзья, а у него уже было 100. Вы можете отойти от моего очень важного знака, который здесь написан? Отойдите, подписчики должны видеть, что здесь написано. Ребята, я надеюсь, вы видите, да, окей, хорошо, окей. Идем дальше, у нас есть холодильник. Вроде бы холодильник вы можете использовать просто как место хранения чего-либо, но, по идее, если сюда положить... ведро с водой, оно превратится в лед.
Ну, я не знаю, сколько времени это может занять, но, допустим, давайте оставим, потом посмотрим. Короче, у нас есть микроволновка. Опять же, вроде, по идее, можно поджарить еду. Давайте посмотрим. Ох, ты что-то... Это... Окей. Я опять же, не проверял. Я про все это читал, но тут слишком много вещей, чтобы все это проверять до обзора. Но, ребят, реально приготовилось. Замечательно. И то же самое вроде бы работает с печкой. Мы закрываем ее. И она работает или нужно как-то включить? Вот в чем мой важный очень вопрос. Мне кажется, она работает, друзья. Ага. Ладно. Идем дальше, друзья. Здесь у нас еще куча вещей осталось. Это у нас Seed Spreader. То есть это у нас тут не только рандомные, декоративные, прикольные вещи, которые можно использовать. У нас есть очень у нас полезные вещи, которые... Эта штука раскидывает семена автоматически. Я опять же не проверял, но по идее, если мы ее поставим, например, вот сюда, наверное. И теперь мы сделаем немножко воды и немножко хоу. Следующим образом. О, боже мой, как громко, не ори мне в ухо. Теперь, по идее, если мы распашем землю вот здесь, зальем воду сюда, теперь мы возьмем семена. Я так предполагаю, что это работает. Это реально так работает. Это реально. И смотрите, если мы будем добывать все это пшено, по идее, он Да, да, он автоматически понимает, где нужно докидать. О, май гад. Как эта штука крафтится? Ребята, я опять же забываю про все крафты, но не слишком много. Просто установите Just на Fighting. Смотрите крафты сами. Тут слишком много вещей. Короче, окей. У нас есть дороги, друзья, да? Куда же без дорог? Потому что у нас есть специальный вот такой асфальт, который делает следующим образом. И уже после того, как вы поставили асфальт, вы можете покрасить на нем вот такие линии. Любые линии здесь, опять же, очень много. Для этого вам нужен маркер. Да, вот он, маркер, специальная кисточка, которая работает следующим образом. Направо только мышь, выбирайте, какую линию вы хотите. Тут их вроде бы 3-4 вида. Yellow stripe, это у нас просто вот такая прерывающаяся желтая линия. У нас есть double yellow это у нас вот это. У нас есть left shoulder, то есть это у нас левая полоса. И у нас есть right shoulder, который, короче, вы поняли, друзья, ну вы поняли, как это работает. Вы можете строить дороги с помощью этой кисточки и самого асфальта. Кисточка делается следующим образом. Ладненько, ладненько, погнали дальше. У нас есть столик для пикника. Я даже не буду показывать, что он делает, как он крафтится, потому что он ничего не делает и крафтится, он не важно, как он крафтится. У нас еще впереди куча вещей. У нас есть вот такая мусорка, которая очень удобна для того, чтобы просто сюда закидывать вещи. Они, по идее, должны удаляться автоматически или через некоторое время. Погодите. По идее, мусорка работает следующим образом. Вы закидываете сюда вещи, и они удаляются. А, я понял, как это работает. То есть, смотрите, то есть они удаляются после того, как все ячейки забьются, и по одному начинают удаляться с самого первого, для того, чтобы на всякий случай, если вы выкинули что-то, и вам нужно это вернуть, у вас есть еще время, пока вы не положите остальные 6 других вещей. Боже мой, это гениально, это гениально. Найс, окей, хорошо. У нас есть вот такая тумбочка, которая... Можно сюда что-то положить. Замечательно, ладно, покажу крафт. Делать следующим образом. Тут написано, да, 18 предметов максимум. У нас есть кровать, двойная кровать, вы можете ее использовать. Конечно же, spawn point set. Вы можете видеть, она работает реально как кровать. И она двухместная, то есть вы можете спать со своим другом, подругой, с кем хотите. Замечательно. У нас есть стол, друзья, у нас есть много видов столов. В этом случае они делаются вот таким образом. И как я вам уже показывал, смотрите, здесь очень много столов. И это еще не все столы. У нас, я забыл показать, у нас вот тут стоял очень прикольный столик, который выглядит вот таким образом. Выглядит очень круто. Опять же, есть во всех различных цветах. И делается он следующим образом. Вам понадобится стеклянная панель. У нас есть обычный стол, понятное дело. Ребят, опять же, все, я больше не буду показывать рецепты крафта, если только это не супер какая-то интересная, важная вещь. Но, опять же, вы можете видеть здесь очень много вариаций столов, стульев, маленьких столов, таких кофейных столиков. Вы можете видеть, выглядят они таким образом. И так далее и тому подобное. Ребят, а это что такое? Это зачем вообще? Окей, просто вот такие вот досочки. Хорошо. Короче, двойной монитор мы видели. У нас стиральная машина, которая тупо декоративная. Я не думаю, что в Майнкрафте можно что-то стирать. Хотя не удивлюсь, если в итоге сюда можно будет положить, например, покрашенную кожаную броню. И эта штука ее очистит. Я не удивлюсь, если автор настолько все продумал, потому что я уже вижу, как работает этот мод. И да, что вам нужно? Да отойдите вы с моего места обзора. Окей, ладно, давайте посмотрим на велосипед, потому что вы, наверное, уже на него все успели посмотреть. И да, он работает, на нем можно кататься, причем очень удобно. Вы нажимаете вперед, что происходит? А, я застрял, наверное. Вот, вы нажимаете вперед, управляете просто прицелом. То есть вам не нужно нажимать лево-право, хотя вы можете... Нет, вы не можете лево-право, это только с прицелом. И будьте осторожны, потому что, чтобы остановить его, нужно реально остановиться. Потому что если вы поедете...
очень быстро, разгонитесь, и потом спрыгните с велосипеда, он поехал. Он поехал далеко. И делается он... Ой, я обещал не показывать 30-й крафт, но велосипед покажу. Он довольно-таки забавный. Делается он следующим образом. Понадобится шина. Шина делается с помощью шерсти. Шерсти? Довольно-таки странно. Окей. Ладно, принтер. Я вам вроде показывал, как он крафтится. Да. И в принципе я вам показал... А, нет. Конечно же, у нас есть шахматы. Только тут немножко грустно все работает, потому что, ну, а с кем мне играть? Окей. Я могу сделать первый ход, но потом... Кто играет за черных? Может быть, погодите. Нет, так нельзя, это было слишком окей. Но также у нас есть шахматные фигуры вот здесь. Я не знаю, для чего они. Для чего? Куда их можно поставить? Что с ними можно сделать? Но они здесь есть, не знаю, для чего. Окей, допустим, хорошо. Давайте еще посмотрим на разные рандомные вещи. У нас есть ванна, которая тоже, наверное, вроде бы... О, боже мой, в нее можно сесть. Ох ты, ё-моё. Окей. Окей. Не удивлюсь, если опять же можно как-то провести воду к ней, и там еще вода польется, да. Давайте, тут еще есть пару вещей, которые я вам, конечно же, не показал. Окей, что у нас есть еще? У нас есть куча разновидностей новых люков с не зеркалами, а с стеклами. Очень красиво. То же самое вот эти вот маленькие кофейные столики, они тоже есть вот с таким стеклом, который очень креативно и декоративно выглядит. Поэтому тут уже дальше делайте все, что хотите. Я вам не буду показывать все декоративные вещи, но потому что их слишком много. Я вам хотел показать все, что у меня осталось. Это что такое? О, боже мой, у нас есть даже кружечка с кофе, который мы можем поставить на этот кофейный столик или на вот этот. О, нет, так не очень хорошо выглядит. Вот таким образом. Замечательно, просто круто. Что еще? О, конечно же, погодите, я много чего пропустил. Во-первых, у нас есть фонарь, друзья, который идеально работает ночью. Если мы сделаем следующее, вы можете видеть, это динамический фонарь. И я без оптифайна играю, повторяюсь, я без оптифайна играю, это реально работает. Найс, круто, замечательно. У нас есть спидометр, друзья, который показывает скорость в блоках в секунду. То есть я сейчас бегу, моя скорость 5,6 блоков в секунду. Но также можно нажать на правую кнопку мыши, и здесь написано то, что спидометр будет изменять скорость только по горизонтали, потому что раньше он измерял скорость также по вертикали. Если я прыгаю, вы можете видеть, мой прыжок разгоняет меня до 3 почти что блоков в секунду. Ты чуть, он хочет стать музыкантом. Он хочет стать музыкантом, но у него, наверное, это не получится. У него нет гитары, только я могу ему ее скрафтить. Ты что тут делаешь, парень? Идея, у меня обзоры. Ладно, все, хорошо. Короче, чё им так нравится здесь находиться? Посмотрите, этот чувак туалет себе прилюбовал. Ребят, я не знаю, ладно. Хорошо, все, хватит. Поехали дальше. Что у нас есть еще? Что-то было еще, друзья. Я не показал наверняка. А это что такое? Погодите, я что-то видел странное. А? Чё это такое? Inset Light. Что такое Inset Light? Я даже вот реально уже без понятия. Я тут уже потерялся. Здесь уже все, мои полномочия. Все, до свидания. Ну, ребят, ну... Осталось пару букв. У нас также есть вот эти вот барьеры, которые, я даже не знаю, из себя представляют такие тонкие стены, которые можно делать с помощью разных блоков. Их, опять же, очень много. Их нельзя скрафтить, кстати. Ха, странно. Окей, я даже их не пробовал, но... Знаете что, ребят, я думаю, в принципе, более-менее я вам все интересно показал. Дальше тут уже тупо декоративные вещи, да. Я думаю, мы на все посмотрели. Так что, ребят, вот такой мод, боже мой. Это, мы давненько такой очень-очень крутой мод не смотрели, мне очень понравился. Ну вот прям вот серьезно, может он застрял просто, наверное. Короче, этому моду я ставлю 12 из 10 оценку. Напишите в комментариях вашу оценку, не забывайте. Вот отойди, вот нужно же людям показать. Не забывайте про вот эти вот очень важные вещи. Надеюсь, мы наберем 5к лукасов на этом видосе, было бы очень здорово. И я вам обязательно продолжу показывать очень необычные интересные моды. Вы же знаете, вы на канале Кейна, друзья, тут много дичи, я понимаю, но также интересных вещей. Вот это, мне кажется, наполовину дичь, наполовину супер интересный полезный мод. Ну, тут опять же много всего такого рандомного, но мне кажется, всему можно найти применение. И это очень все здесь круто. Поэтому, что ж, друзья, подписывайтесь, ставьте лукасы, жмите колокольцы, бубенцы. С вами был Кекс, всем пока.